Главный молодежный праздник планеты стартовал. В Сочи открылся 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. До этого в нашей стране он проходил лишь дважды – в 1957 и 1985 годах, и оба раза в Москве. Молодежное фестивальное движение зародилось сразу после Второй мировой войны. Это был протест молодого поколения против насилия и межнациональных конфликтов. Движение прогрессивных ребят и девчонок за мир во всем мире. Участниками сочинского фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. От Славянского района на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправилась делегация из 5 человек. Представителей Управления по делам молодежи, молодежных клубов и творческих объединений. Олег Смольников, Никита Лабунец, Дарья Морозова, Иван Магда и Александр Борисенко. О том, как они съездили, что нового узнали, мы обязательно расскажем в выпусках новостей. Следите за нашими эфирами.